Всем здорово. Я в Кустанае. Сейчас нахожусь возле набережной. Здесь парк. Я здесь всегда, сколько проезжал мимо Кустаная, хотел здесь побывать. И вот такая возможность появилась, слава богу. Саябак парк. Вот сейчас вовнутрь пройду, засниму. Летом здесь, наверное, красивее. А сейчас зима. Ну, набережная, она и в Африке, наверное, набережная. Здрасте. Здесь, наверное, концерты проходят, потому что есть вот сцена, и здесь вот есть такие места для зрителей. Вот такие ворота. Ну, я туда вправо не пойду, там уже, наверное, все закрыто. Вот сюда вот левее пройду. Вот туда можно будет пройти, вон туда. Ну, если успею, пройду, у меня во времени ограничен. Думаю, пока время появилось, засниму. Летом бы сюда прийти, да. Наверное, было бы интереснее. Вот тоже второй вход. Здесь много этих насаждений. Зеленых насаждений много. Здесь тоже есть, наверное, вход. Вот как лабиринт идет. А мы пойдем туда, там вот спортивная площадка. Туда пройдем. Вот такая здесь небольшая спортплощадка есть. С тренажерами. Вот, можно заниматься с детьми. Сейчас туда вот к тем столбам зеленым схожу, что там интересно мне находится. Ну, просто какие-то скульптуры туда близко уже. Ладно, не буду подходить. Пойду в ту сторону вот. Времени ограничен, так что извините. Может, даст Бог, летом будет возможность. Зайду, засниму. Вот он, Тобол. Река замерзшая. Там мост с той стороны. Вон там мост. Хотел я здесь побывать. Ну и побывал, слава богу. Заметил что-то такое. Знакомая. А это, наверное, боковой отвал для расчистки дорог. Ну да, так и есть. Так и есть. Регулирующийся боковой отвал. Толстая резина. Вот если видно. А то солнце светит, вообще плохо. Да. Вот система регулировки. Хочет тебе туда отвал поворачивать, хочет туда, только вот, вот эту вот тягу переставляешь в другое место, вот сюда. И все. И уже в другую сторону отвал. Вот такой вот боковой отвал. Ну и здесь еще вот мороженое. Ну сейчас оно все закрыто. Летом, наверное, действует оно. Ларьки вот эти. Кто знает, пишите в комментариях.
И там вон бургерная, велогородок, велосипеды, наверное, на прокат дают. Здесь вон батуты, тарзанка. Ну да, здесь летом, наверное, веселее, чем зимой. Пройду еще там рядом. Да, здесь много чего летом открыто, много чего вкусненького. Сейчас все закрыто. Ну, на этой вкусной ноте буду заканчивать. Всем удачи, всем пока. Такой спуск в лабиринт.